Всем привет, Днепр на связи, вот уже и вечер, там такая будочка прикольная, как укрытие. Фух. Были у нас еще, друзья, тревоги сегодня, во время одной из последних даже сообщалось о пуске ракет и взрывах в Вознесенском районе Николаевской области. О, давай, давай. Мощнее давай. О, давай, давай, давай. И шо? Да. Слабаки. В общем, говорят, что-то там сбивали. А я вам скажу, что у нас в городе очень много аптек. И на один адрес по 3-4 аптеки. Сейчас отхожу. Лекарства в Вате собираю. В интернете смотрю, где дешевле. Там 20, там 30 гривен экономишь. Я вот только что на одном адресе 3 аптеки. И только в третьей я зашел и угадал, что вот это оно. Их спрашиваешь, тот, а что вам надо? А что вам то? Да вы мне скажите, оно или оно. А то, что мне надо, оно вам не надо. Ну, в общем, так живем, в принципе. К вечеру у нас, по крайней мере, тихо. Кстати, друзья, скользко. Дороги почищены, но так междворовые, назовем их так. Дорожки очень скользко, хоть и посыпано, но все равно встречаются оголенные участки гололеда. И потом все, ничего хорошего. А Никополь, сказал мне, что Никополь и дроны камикадзе, и тяжелая артиллерия, Никопольский район. Кстати, по тому взрыву, что был у нас, что мне удалось узнать из информации, эти очереди в Макдональдс уже нема. Наелись, напились. Это ж как хочется вот это Макдональдса того, чтобы я вот на морозе стоял и ел его. Вот дают. Даже внутрь не прячутся. Вот дают. Так вот, что я узнал по взрыву? Вроде как там какая-то ракета упала на кладбище у нас. Не разорвалась. Повредила памятники. И ее грузили и должны были уничтожать. И вроде как тот взрыв, который был без тревоги, буквально, знаете, как вот взрыв без тревоги вроде утилизировали, но это не официальная информация, это я вот сопоставляю факты. И потом сразу миг взлетел, да, туда-сюда. У нас как-то они все взрывают, или сразу перед тревогой, или буквально сразу после тревоги. Вот было, что тревогу дали, бабах-бабах, то карьер, то еще что-то. Ну, в общем, так, вроде как подрывали снаряд, не разорвавшийся, ракету. То, что мы с вами, друзья, слышали. А может и не то. Ну, ничего никто нам не говорит, не сообщает. Так и живем. Не жизнь, а сказка. Как говорится, шел ежик, достал спичку, поджег и обратно в коробку положил. Говорит, а вдруг пригодится. Вот и мы так и живем. А вдруг пригодится. Цвет не меняется. Давай зеленый. Давай, давай, я тебя пропущу. Проезжай. Хоть и нарушил ты, ну куда деваться. В общем так, друзья, всем хорошего вечера, тихого, мирного. Берегите себя, своих близких. И до нового выхода на связь. Мужик ломает дверь. Пункт обмена долларов, видите, доллары пошел менять, вот дает, что творится, доллары меняют.